Ребята, всем привет! Сегодня я хочу такой ролик записать для вас, коллег, в основном, конечно же, вот, по поводу профессиональной спецодежды. Потому что раньше я сам не знал про этот магазин. Вот. Узнал буквально пару месяцев назад и хочу вам тоже про него рассказать, ну и показать. Сейчас я еду туда, мне надо купить для ребят шапки, вот. Ну и заодно я покажу вам и познакомлю с этим магазином, чтобы вы тоже имели в виду. Такие магазины есть в Питере, есть в Москве, но и для других регионов они как бы посылают одежду. То есть сначала одежда приезжает, вы ее мерите, если вам она понравилась, вы за нее платите, если что-то не подошло по размеру, что-то еще, вы отправляете обратно. Вот. Но я сейчас в магазин приеду и эти вопросы задам, чтобы более конкретно было понятно. Вот. Так, ребята, я подъехал. Находится на улице Егорова, 25. Так магазин выглядит. Вот. И сейчас мы пойдем, зайдем. Сразу видно, что магазин профессиональный. Я не знаю, сразу идти к руководству магазина или сначала походить, показать вам. Сразу с первого взгляда видно, что спецодежда, она здесь в основном вся профессиональная. Но это более бюджетный вариант. Вот. Такое. О, куртки. Куртки. Куртки интересные. Где цена? Цена, цена. Цену не вижу. А вот. 4500. Классная куртка. Глаза разбегаются, честно говоря. Он тоже ходит с камерами, снимают. О, прикольные кроссовочки. А у них нос со вставкой. Цена тоже привлекательная. Здесь они все строительные, они все со вставками на носах. Даже под туфли есть, типа, для начальства. И тоже со вставкой. Цены. Куртки вообще прикольные. Они даже не скажут, что это спецодежда, по сути. Толстовочки. Футболочки. Я так понимаю, термобелье.
Морфин. Вот, и Глеб идет. Мужчина в красивой куртке. Я в ней этот постоянно хожу. И в магазин. Я как утром ее одеваю, так везде по городу и хожу. Слушай, ну вид хороший. Ты, кстати, ее убить-то не успел еще. Хотя вы говорили, что она убиваемая вообще, нет? Ну, похоже, что нет. Единственное, знаешь, вот у нас проблема, мы же работаем с полиуретаном. Какую-нибудь химию бы найти, которая отстирывает полиуретан. Вот. У тебя на этих самых, на коленях, да, здесь? Да, да, ну, что-то... знаешь, мы же работаем, где-то мажем, где-то раз, все мазнул и... Давайте сниму, какой-то красавчик покажу. Вот, я пришел подписчикам показать вообще сам магазин, потому что, ну, я как бы не знал до того момента, пока Андрей нас не познакомил. Да, да. Вот, а и... Хотя приезжали ребята-курильщики, нам забирали на тест кольчугу, ну, ага. Это бренд, который да, мы производим. Да, 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 и говорили, и они приехали в Энгеле, да, то есть там один парень приехал в Энгеле, не помню, как зовут сейчас, в общем, Юра. Познакомились. Наверное, да, Юрий, наверное, да, зовут. Да, 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 они вот тестовые взяли, правильно? Ну, он, по-моему, первый раз взял, говорил, что ходит долго, типа, они обычно убивают там как-то быстро, но хотя у него, он носил что-то, мне кажется, месяца 3-4, она была так, ну, как бы так потертая, ага. Короче, поиспользованная была. Не, а вот эти вот, которые новые у вас, они бежево-коричневые. А, они взяли на тест, ну, вот кольчуга, да, это наша марка, да. Да. Они вот. Взяли потестить прототип. А, и вот я хотел как бы показать вообще, чтобы не только я такой модный, знаешь, ходил, вот, но и люди знали сами кровельщики, где такие магазины есть. Они есть только в Питере и в Москве, да? Ну, в Питере на Технологке, да, Егорова 25, в Москве метро Крестьянская застава. Но мы, когда в прошлый раз мы снимали, я говорил, что сейчас мы доставляем, ну, в принципе, по всей России, доставляем... Кстати, наш оператор тоже снимает. Я видел, я его тоже снял, да. У нас тоже медийные ребята есть. Соответственно, мы доставляем по всей России, можем доставить два смежных размера. Ну, то есть, если товар есть в наличии у нас, ты, допустим, не уверен, у тебя M или L, да, да. Чтобы тебе не заказывать товар, он тебе не подошел, ты потом отправил, мы тебе выслали новый товар, ты можешь два смежных размера получить, примерить и оплатить тот, который тебе нравится. Вот. Если ничего не подошло, можно, в принципе, не оплачивать. Кстати, когда сюда ехал, я вот так это и сказал примерно, что можно сначала, ну, приходит как бы посылка, да, с одеждой, примеряете и подходящие оплачиваете. Да. Пункты СДЭК, они по сути, ну мне кажется, сейчас каждый город населением от 50 тысяч, там есть СДЭК. Угу. Но в деревню мы маленькие тоже возим, но это Почта России. Там надо, соответственно, ну как, ты можешь, без предоплаты мы можем отправить, померил, если не подошло, отправил обратно, мы обменяли, но просто более длительный период. Если есть пункт СДЭК, ну, а только по России или в другие там, допустим, Украину, Белоруссию? Беларусь мы отправляем. Что-то сейчас Украина сложная, знаю, что там, ну, почта как-то барахлит. Белоруссию отправляем, прям продаем регулярно. Очень много из Казахстана, кстати, спрашивают одежду. В Казахстан отправляем. Ну и понятно, если юрлицо, там все просто счет и оплата, да. Отлично. Побезнал. Так, ну я пришел еще к тебе за шапками. Шапки. У нас, смотри, Саш, есть шапки простые. Нет, там с фонариком. Есть шапки хитрые, да. Да-да, у нас с фонариками, которые темные, три штуки надо бы. Да, темные. Хотели взять ребятам зеленые вот такие вот, чтобы они... Не зеленые, а оранжевые. Да-да, чтобы они отличались. Вот. Но потом решили, что они будут, ну, более маркие. Да-да-да. Поэтому решили взять темные. Они у нас с фонариком. Только что парням подходил, сказал, чтобы заказали побольше, потому что у нас единственная проблема этих шапок, что у нас их постоянно в сезон нет. То есть мы заказываем партию, они, соответственно, расходятся. Потом заказываем еще одну партию, они тоже расходятся. Класс. Так вот, да. Вот, нам такие три надо штуки. В принципе, мне кажется, 900 рублей такая адекватная цена. Вообще, ну... То есть, даже возьмешь гражданскую шапку, по-моему, она будет дороже стоить. Ну, у нас, Саш, хорошие цены, у нас обычная 300 стоит, видишь, да, такая. Да, с фонарем 900, то есть 600 рублей за фонарь. Цены покажу. Есть бейсболки. Это каскетки, кстати. А, да, здесь у них, да, во. Это разные каскетки. Ну, ты понимаешь, у нас только этот, сами враги, это только киска, если на голову, да? Ну, у вас как бы особо, наверное, да, если кто-то что-то уронит. Но вот зимние вот можно... Такой посмотреть.
ты сейчас как уже стал поклонник бренда Дима. Да, все уже. Я думаю, что знаешь, а кто сюда один раз зайдет, тот потом сюда постоянно будет возвращаться. Ну, видишь, ты в Димаксе, а вот ребята приходили, кровельщики Энгеля не выбрали. Тоже сильный бренд такой, да, есть. Я не то чтобы про именно Димакс или Энгель, я говорю про этот магазин в целом, что здесь реально, ну, можно выбрать профессиональную одежду. Да? Да. Вот. 2000 моделей. 2000. Понятно. 2000 моделей, ну, это с одеждой, с обувью, с перчатками, с аксессуарами. Как, кстати, перчатки-то? Тебе отлично, нравится? Отлично, да. Ребята еще не попробовали, они еще этот, в Володе там вообще не лежат, еще, можно сказать, так новенькие. Вот, а я уже работаю, нет. Ты заказывал какие-то с Алиэкспресса, ты говорил, что хорошие. И, нет, я хотел заказать Максифлекс, не с Алиэкспресса, а с eBay. Да. Но еще так не заказал. Зачем? Они дороже и по качеству не отличаются. Так что зачем? Зачем платить больше, когда можно платить меньше? Да. И я писал тебе на YouTube-канале, да, что я скоро приду с ребятами за зимней одеждой. Да. Потому что скоро зима. Зима у вас как прям? Надо теплая-теплая зима или что-то такое с небольшим утеплителем? Потому что есть, смотри, у нас зима есть, ну, вот такого плана. Угу. Прям совсем теплая. Будет, кстати, в ноябре, в декабре Кольчуга, собственный торговый бренд, который мы развиваем, будет куртки, брюки наши уже. Когда? Там мембранная ткань. Ну, где-то, наверное, конец октября, начало ноября. Ну, вот как раз мы тогда пойдем перед зимой, да. Чтобы, да. Ну, это как раз перед холодами мы хотим успеть. И, может, еще и выбор больше будет? Да, здесь сейчас пока лето. То есть мы пока зиму еще особо не развешиваем. Ну, тут зимние какие-то модели есть. Зимние есть модели. Ага. Ну, то есть, смотри, вам просто надо будет определиться, надо вам много утеплителя или немного. Ты знаешь, как у нас в Питере зима, то бывает, зимы ты по факту и нету, да, а бывает так, что две недели примерно. Минус 25, да. Да. Но в минус 25 мы и с металлом не работаем, по сути, и как бы, ну, нельзя. Вот. Ну, а так, до 20 градусов примерно, такую подбирать будет нормально. Но вы работаете физически, поэтому вам не надо, чтобы вы были как колобок ходили. Вам что-то относительно такое эргономичное надо. И не сильно много утеплителя, чтобы было. Да, и я вот, допустим, у меня есть комбез, скажем, полностью одевается, да? Целиковый. Да, но единственный момент, что если приспичит, ты в комбезе, ты очень неудобно. Есть сейчас комбезы с приспособлением, которое называется бомболюк. Это, да? Отстегивается. Слапаном? Да. Кстати, надо посмотреть. Есть такие комбезы сейчас, да. Вот. Так что... Так, сейчас спецодежды много. Куртки вот есть. Такие вот безрукавки. Кстати, часто мы продаем куртку с тонким утеплителем, который можно на демисезонку использовать. Ага. Ну, то есть она, по сути, на ноль. Когда, вот особенно в Питере, там минус 20, они типа 3 дня, надеваешь просто жилет с утеплителем какой-нибудь потолще, и сверху вот эту легкую куртку. А у меня этот, я толстовочкой, видишь? У тебя толстовка, да. Тоже классно. Ну, вот это прям с утеплителем, то есть это прям сильно греет. Ну, наверное, нам важно, наверное, все-таки, чтобы было с капюшоном что-то. Чтобы если ветер сильный, и можно было накинуть еще сверху на шапку, допустим. Ну, и да. Вообще было бы. Ну, это уже, я думаю, что это будут куртки, скорее всего. Ну, не, просто смотри, ты можешь взять. В чем фишка? Ты можешь взять какую-нибудь куртку. Да, положу. Блин, смотри, какие классные ботиночки. То есть ты можешь взять какую-нибудь куртку. Типа такой. Видишь, здесь, ну, утеплителя не очень много, вот там 80 градусов, да. Такая тоненькая. В ней, соответственно, тебе будет легко работать, когда там 0 градусов на улице или минус 5. Тебе комфортно, она такая теплая, но не очень толстая. Ребята, я знаете, что думаю? Что вот эти вот одежду, вот мы ходили, я вот и ходил в спецодежде в ролике у Крэп Экспо, увидите. В ресторан, элитный ресторан, я ходил в этой спецодежде. То есть спецодежда. Мы думали, что ты байкер, по сути. И она не похожа на спецодежду вообще, по факту. То есть это можно ходить в Димиксе и плюс как в гражданке, по сути. Да. Кто скажет, что это спецодежда? Да ладно. Классная, да. Короче, заканчивая мысль-то. То есть вот у тебя легкая куртка на 0 минус 5. Но, допустим, минус 20 бахнуло всего на неделю. Ты берешь, соответственно, жилетик. Вот этот, например, какой-нибудь. И сверху этой куртки, да? Под низ. Или под нее, ага. То есть одеваешь жилет,
у тебя здесь там граммов 100 утеплителя, плюс здесь граммов 100, это уже получается 200. Надеваешь жилет. В жилете ты, в принципе, можешь ходить самостоятельно. Можешь сюда лого свой нанести. Да, кстати, я поеду скоро лого наносить. У тебя еще нет, кстати, логотипа? Еще нету, потому что мне не только на спецовку, а там еще наклейки, еще баннер нужен, и это надо сделать в комплексе. Ты сейчас разрабатываешь логотип вообще? Уже все, уже готово. Уже готово. У тебя голосовалка была, выбирал, да? Нет, у меня вот это, видел, пирамида? В группе это голосовалка. Да, ну, да, 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 да. Только, ну, наверное, вот по размеру побольше куртка. Надо куртка, с курткой это S-ка у меня. Ага. Глобально вот такой концепт, и сейчас все, мне уже жарко. Да, да. Но 80% времени я хожу вот так, потому что у нас в Питере 0-5, максимум -10. Цена. Я думаю, он того стоит. 14300. Да. То есть я Соломон покупаю одежду, да, которую я хожу в гражданке постоянно. Она либо так же стоит, либо дороже, по сути. Да. Но это при том, надо сказать, что одна из самых дорогих курток, наверное, таких демисезонных в нашем ассортименте. То есть я взял самое такое хорошее, самое дорогое. Не, ну мне очень понравилось. Я, наверное... Ну я в октябре сюда так с ребятами-то приеду и одеваться по-теплому. Вот как у меня, походу. Это твоя, да, это то, что да, выбрали. Да, да, да. Это выбрали, по-моему, куртку вот эту, московские парни, которые были. Ага. Крупный такой, Карлсон, которого зовут. Крупный. Подожди, а разве? Он, выбрал, да, да. Дмитрий Затем. А может, таких не было? Вот, не было, потому что кармашка, по-моему, я что-то не помню, что было с кармашками. Мне кажется, он такую сожрел. Да? Да, да. Я, кстати, еще зайду, наверное, чуть попозже. Я хочу тоже брюки себе взять эстетические. Ну, это чисто как будто... Я хочу как? Это будет рабочие, а еще будет тоже либо АТР, либо, как ты говорил еще, Энгель, да? Энгель. Энгель, да, чтобы это как АТР, ну, типа рабочка, а это будет так, да. У нас, смотри, мы снимали ролик, кстати, не так давно, такая Diamond Tech компания есть, они работают в Москве. Я смотрел. Называется, кстати, ребята, я оставлю ссылку в описании на их канал на Ютубе. Заходите и посмотрите. Называется «Про спецодежду» канал. Да. Запомнить легко. Вы изменили там недавно. Мы изменили название, да. «Про спецодежду». Я подписан, да, я смотрю. Короче, они работают в стрейчах в этих. 2 года пилят бетон. Они как новые стрейчи. Я видел в ролике, они там такие жесткие работы у них, да. Что по сравнению у нас с ними, это, ну... Может быть, вообще не работаем. Потому что мы тоже подбирали одежду. Я говорю, вам, наверное, не надо стрейч, потому что он, ну, скорее всего, порвется, убьется. Давайте что-нибудь такое жесткое, типа как тебе взяли. Ну, то есть у тебя тяжелая одежда, здесь плотная ткань, она такая неубиваемая. Ну, мы конкретно с металлом, потому что работаем, бывает, ну, часто. Ну, типа вы там, да, может быть, они об металл не зацепляют. Он говорит, нет, вот стрейч, 2 года, он реально пришел, парень. Ник, Саша, тоже. Я видел. И они практически как новые. Стирают раз в неделю, носят 2 года. Кстати, я хочу сказать, что мы покупали в другом магазине строительном за, типа, тоже шведское, но шьют наши, да, за что-то 12 тысяч комплекта черный брал, уже, ну, все. Убили, да? Уже убито, да. Как называется, какой бренд? Стокгольм. Ну, Техноавия, или... Техноавия, да, да, они, да, шьют, да, туда ее. Они, ну, Стокгольм, у них модель, наверное. Да. Стокгольм или там что-то, да, Бавария, да, что-то, да, такое. Она, кстати, дорогая, я говорю, 1012 стоит, вот, но уже вот сколько получается. 2 года и все. У меня уже там ширинка не работает, куртка ширинка, замок сломался тоже. Но и уже есть лохмотья. 12 тысяч ты можешь комплект Димокса взять. Это вот, или... это вот. Вот. Я, по-моему, это 8, что-то, да, 8 и... И 6, наверное. Да, да. Ну, то есть 14. На 2000 получается дороже, но по качеству это земля и небо, ребята. Ну и плюс ты опять же взял один из самых дорогих. То есть они есть попроще просто. Попроще дизайн, функционал, но тоже такие. А зачем попроще? Ну, крутому специалисту крутая спецодежда, я же тогда сказал. Сразу. Да. Так. Обувь, конечно, тоже мне очень нравится. Ну, вот смотри, по поводу спецодежды, которая совсем не спецодежда, это вот Энгель, это датский бренд, у них вообще вот такие штуки есть. Ага. Но это такая больше повседневка. Всякие такие софтшелки тоже. То есть, вот здесь, наверное, чтобы, ребята, вам все показать, всю одежду, здесь, наверное, часа на 2 ходить, и вот каждый вам комплект показывает, и каждый из них, он крутой реально, вот. И на любой ценник, на все, что хотите. Ну, то есть на бюджет свой вы можете здесь круто одеться. Но надо сказать, что дешевого у нас нет. То есть у нас как бы среднего сегмента. А хорошее дешевого не бывает.
Да, ну то есть кто-то ищет просто что-то такое простое, бюджетное. Как? Я увидел, у вас там бюджетное. Ну, это все равно, это, знаешь, такое средняя ценовая. То есть тут полукомбез, условно говоря, там, ну вот, 4900 это полукомбез. Есть попроще 2600. Ну, так это вот есть же бюджет. То есть это не 8 там уже, да? Ну да. То есть человек, который придет сюда, скажем, ну, у него в кармане тысяч там 5. От 5. От 5 он оденется. Да. Он оденется. И оденется в хорошую спецодежду, а не какой-нибудь там на полгода, знаете, или что-нибудь, ну, такое. Ну да. То есть, в принципе, у нас летний комплект от 5 стартует. Ну, зимние, наверное, от десятки. Зимние утепленные от десятки. Но, это, блин, чем больше, тем лучше. Это недорого. Есть для люди... нас это недорого, по сути. Ну да, то есть люди, которые приходят, там берут лето, зиму, обувь, там 100-150 тысяч оставляют на одного человека. Есть такие. Редко, но бывает тоже, да. То есть 100-150 тысяч. Ну, если компании, да, такие вот. Если компания, допустим, ну, себя уважает, она людей своих приведет, всю бригаду, и оденет. Вот... Компания редко, то есть это кто-то да. один. А знаешь, знает. Почему редко? Потому что не знает еще. Компания, я имею в виду, редко, которая на 100-150 тысяч. А. Это редко. В основном компании, наверное, один комплект и с обувью. Единственное, то есть обувь сейчас берут всегда, потому что каски, обувь нужны на стройке. Я опять же говорю, что вот люди еще не знают, то есть компании, специалисты, они еще не знают, что такой магазин есть. Сколько вообще на рынке? 7 лет. Вот. А я так узнал 2 месяца назад о вас. Большая страна, сейчас большой рынок. При том, что я говорил, у нас ну, как бы физлиц клиентов, наверное, десятки тысяч. Те, кто у нас покупают, и у нас 70% клиентов покупают снова. То есть мы, грубо говоря, там 100 продаж сделали, там, ну, условно, там, за 2 дня. Из 100 продаж 70 у нас это повторные клиенты, то есть которые к нам снова возвращаются. Я думаю, что я в другие магазины тоже больше не пойду. Вот. И да, ну и там организации, там, наверное, процентов 80 повторно покупают. Ну, во всяком случае, что я думаю, что у вас большие перспективы, в любом случае, потому что, ну... Ну, в других магазинах надо, то есть я не то, что там как бы мы вообще не в качестве рекламы, что сюда я пришел. Я просто пришел сюда показать вам, что такой магазин есть. Вот, чтобы вы тоже знали. И на самом деле спросом пользуется, потому что ну, как бы мы растем, развиваемся. Да. Из года в год у нас продажи растут, количество клиентов растет. Белый интересно, это чтобы вообще, ты если бригадир прям? Это маляры скорее. Малярка занимается, да. Ну, либо кому-то нравится белый цвет. Ну, знаешь, для начальника может в белый одеться полностью, который вообще ну, не прикасается. Типа как белая сорочка, знаешь. Да. Белая сорочка. По цветам, на самом деле, есть такой бренд Engel у нас. И там фишка в том, что 8 цветовых решений. То есть, если Dimax, он такой черный и серый, темно-синий. Engel есть там темно-синий, светло-синий. А это все в основном же финское, да? Engel это Дания. Да, нет, а Димикс это... Димикс Финляндия. Да, но это скандинавская. И то есть Engel там 8 цветовых решений, прям серое, зеленое, красное, какой-нибудь василек. И в одном корпоративном стиле можно одеться, например, там, в разные предметы гардероба. Разного вида толстовки. Softshell, кстати, не пробовал куртки? Прикольный материал такой. А у меня какой материал? А у тебя этот нет. У тебя этот полиэстер хлопок с обработкой. Ага. А софтшелл он из туризма пришел. Альпинизм, туризм. Ага. То есть он не продувается, основная функция не промокает. Ну и он такой тянется. Знаешь, он прям. То есть, по сути, люди, которые даже занимаются туризмом, они могут даже сюда прийти и одеться, по да, сути. Да. Ну и плюс все технологии в европейской спецодежде, они пришли из альпинизма, из туризма, из профессионального спорта. Мембранные ткани, которые влагу отводят, не промокают. Всякие вот эти софтшеллы, которые тянутся. Ну и дизайн, ты видишь, он такой, как бы он мало спецодежный, больше. Кстати, вот туризм. Завтра ролик выйдет у Андрея, где мы вот сидели, мы попали в дождь. Я в этом ходил, даже не промок, а он в своем встрече, и вот это вот, не другая, правда, не пикал, он промок. А я реально стоял под дождем, у меня вот, ну, сверху это есть, и... Ну, странно, хотя вот это, по идее, должно промокать. А я не промок. Я не знаю, может, не сильно просто стал по дождем, но у него он промок быстрее, чем я. Под дождь там другая одежда, в принципе, с другим функционалом. То есть у тебя, по сути, вот эта работа либо в помещении, либо в сухое время года. Там лето, весна, осень. Под дождь это вот эти софтшелки, например, да, у нас их много там разные. А куртки да, наподобие этого? Куртки демисезонные, типа таких, это вообще мембранная ткань здесь, как правило, везде сейчас. Мембран... Они не мокнут, да, получается? Они не промокают и дышат, самое основное. То есть ты когда потеешь, у тебя влага отходит от организма. Ну и есть всякие прикольные дождевики.
Вот эта всякая там антистатика, нефтянка, этого, наверное, не надо. Ага. Она не горит, но это там, не ваша тема. Ну да, вот там типа таких, это просто дождевик. Ага. О, классно. Дождевик. Классно выглядит внешне, да? То есть у нас вот ребята вообще, есть, да, которые да, ходят, да. Просто по улице ходят, нему все. Ну а почему нет? А сколько просто стоит? 8250. Вот. То есть я хочу, чтобы понимали, что это ну, неубиваемые, по сути, вещи-то. Вот. То есть, ну, реально круто. Ну, есть что-то там, да, если там кому-то что-то попроще надо, там 950, например, рублей есть. Угу. Ну, то есть, что-то говорил, разные цены у нас. Да, да, то да, есть, да. Есть, грубо говоря, там за 8, дождевик крутой. Есть хороший попроще, это портвест, английский бренд. Ну, просто там проще дизайн, проще функционал, ткани более простые. Ага. Он там до 1000 рублей стоит. Отлично. Рекомендую, кстати, термобелье взять вам к зиме. Я буду брать, я же говорю, мы придем сюда к зиме одеваться. Так, и хотел что еще показать? Хотел показать перчатки. Как вы видите, огромный вид перчаток. Просто. Всяких интересных. Цены сразу вон, смотрите. В них, наверное, блин, оденешь и фальц сам будет формироваться. Вот тоже такие прикольные. Нет, у нас должна была быть как бы. У нас должна быть подвеска. Ага. На крючочки. Все. Зимние варианты. Тоже прикольные. Мы взяли вот такие. Отличный. Отличный вариант. Тут тоже прикольные. У вас утепленные, кстати, перчатки еще в ходу, вы используете? Конечно, конечно. Я вот и смотрю уже на будущее. Прикольные всякие. Они у вас только недавно появились, да, зашли? Просто, по-моему, в прошлый раз мы когда приходили, не было. Ну, мы сейчас просто зиму потихоньку начинаем завозить. И у нас где-то к сентябрю, ну, сейчас сентябрь хотя уже, там, к концу сентября, к октябрю, uh-huh. Весь ассортимент зимний будет. Поэтому класс. В прошлый раз вы, кстати, обувь, по-моему, не брали, да? Обувь не брали, потому что что-то почему-то, не знаю, не почему, но почему-то не взяли. Ну, по обуви у нас, смотри, тоже есть вот это прям Сиеви, это финский бренд, в Финляндии производится непосредственно, что сейчас редкость вообще. Но это прям супер топ, по ценам он такой тоже конкретный. Тут опять же всякие, знаешь, современные технологии, которые из туризма и спорта пришли, была затяжка. Застегнул там ровно, одел. Я вот зимние смотрю, вот прям вообще прикольные вещи, мне вот эти вообще понравились. Да, это зимние. Это они прям классные. Такие элегантные, скажем так. Вот эти тоже прикольные. Мне все нравится, что сразу смотришь на ценник прикольный, сразу смотришь ценник тоже да, прикольный. Самое прикольное, смотри, 27550. Ага. Это ботинки. В чем суть здесь? Во-первых, вот это Boa затяжка. Boa это бренд, который в сноубордических обуви используется. И здесь шип. То есть ты можешь выдвинуть шип. О, смотрите, это прикольно. Брать шип. Ага. Вот, затяжка. Ну, естественно, здесь под носок, антипрокольная стелька. Короче, ребята, если вам заказчик денег не платит, выдвигайте шипы на свои обуви и начинайте по кровле ходить. 27550. Кстати, продаются на самом деле. Ну, то есть, они крутые, которым они нужны реально. Не, смотри, если вот, допустим, у тебя хороший объект, да, ты можешь там 2% из своей зарплаты, допустим, там 2 раза в месяц отложить, когда где-то будет примерно там вот пятнашку, да, прийти, что-нибудь всех подарок себе сделать. Это тоже такой. Я на себе, ну и покупаю. Отложил с каждого объекта деньги, пошел, подарок себе сделал. В виде одежды, в виде инструмента или чем-то еще. При том, что смотри, ты взял вот этот комплект, один из самых дорогих за 14 тысяч, ты там, ну дай бог, его 2-3 года относишь. Скорее всего, да. Он будет в нормальном состоянии. Нет, я еще возьму еще один. Ну, у тебя будет два, и ты будешь менять. Два, я буду менять, да.
То есть, ну, то есть, по сути, у тебя два комплекта тебе обойдутся за 3 года, 28 тысяч. Конечно, это да, за год там, 9 тысяч рублей. Да, 700 рублей в месяц. Или можно каждый да, там, год покупать себе там, 1000 за 5, за 6, которая она уже через 2-3 там, стирки она уже будет разрушать, уже будет. И менять, кстати. Да, да, да. Дельта это кровли или пароизоляция? Это пленки. Пленки. Пленки, да. Пароизоляция, гидроизоляция. Ты ходишь в куртке Дельта, да, вот это брендированное, это они дали? Нет, это вообще, это одежда, они заказывали, по-моему, ее у Восток сервиса. Вот просто они оказались со своими лейблами. Мы сейчас с ними чуть-чуть общаемся, чтобы там Димок, Селенги. С Дельтой? С Дельтой, да, поставляйте. Давайте, давайте. Поговорите со своей стороны. Хорошо. Убедите, что хорошая спецодежда нужна. Пусть лучше. Валерий. Я тебе позвоню, я поговорю с тобой, потому что... Поменьше штук, может быть, но получше спецовка, на самом деле. И будет она конечно. Круто выглядеть. Я только сомневаюсь, они что-нибудь будут дарить, но хотя... Может, с хорошей ценой продадут. Лучшим кровельщикам, скажем так, может будут дарить такие вот одежды. По обуви смотри еще. Прикольные модели. Это, соответственно, бельгийский бренд Safety Jogger. Он уже побюджетнее цены, ты видишь. Здесь... Прикольные модели есть, допустим, легкие, тоже с подноском, выглядят как кроссовки с сеткой. Ага. Просто, по факту, после обычной кроссовки, да? Да, это лето. Есть зима, но здесь ценник от 3 до 6 уже 1000 рублей за пару обуви. Я смотрю, они еще и симпатичные сами по себе, ну, то есть, да? Такие. Ну, они тут просто, если тебе нравятся кроссовки. Я смотрю, короче, на свои, и мне уже свои, короче, не нравятся. Хотя я соломоновские. Ну, я не знаю, подносок носите, вам нужен подносок? Стирка вам нужна, мне кажется, настройки. В любом случае. Ну, просто у нас еще не было прецедентов, что падало что-то вот так на носок. Вот. Но я говорю, что просто с носками, они вот бывают, что ну, смотрятся тогда грубо, скажем так. Но я уже увидел модели, что... Бывают самом... нормальные рабочие да, обувь. Да, да, да. Нормально да. Да. Здесь даже есть мои вот, даже вот такие, вот я показывал уже, да. Что вроде как для начальника какого-нибудь, да? Ну, да, и но тоже носков... менеджер. А, менеджер, да. 4450. Тут тоже под носок и антипрокольная стелька здесь есть. Круто, круто. Ну и сейчас как бы тренд на такие, на кроссовки, с обувь, которые как кроссовки выглядят. Довольно много моделей. Просто, я думаю, просто как кроссы и все. Мы сюда придем ближе. Ну, в октябре, да, говоришь, будет завозы и будет такое. Еще будут первые ваши, которые вот... Да, кольчуга на стороне, да. Чтобы вам, ну, выбирать. Сравните как раз, да, посмотрите. Поэтому, ребята, приезжайте, приезжайте, смотрите. Такие типа Тимберлендов, знаешь, если кому-то нравится. А, да, 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 да. Если кому-то нравится он. Так. Типа Тимберлендов, тоже такая защитная обувь, Снубука. Ребят, крутой магазин. Крутой магазин, надо сюда приезжать, смотреть. Я уверен, что один раз сюда приедете, потом сюда уже будете постоянно приезжать. Пойдем, кстати, я тебе покажу пару прототипов, которые мы отшили под собственной торговой маркой. Может, подписчикам покажешь? Давайте, спросим, пойдем, нравится пойдем, или пойдемте. Нет. Распродажа. Есть, кстати, товары со скидками, да. Особенно, если кто-то есть большого размера, типа там, не знаю, 62-го, 64-го, 66-го, у нас просто куча товаров. Угу. У них проблема, что вообще не найти, да, угу. В принципе, на больших людей. У нас есть много и еще по хорошим ценам, потому что это последний товар, он больше не производится, мы распродаем. Поэтому если есть кто-то прям большого размера, у нас он точно подберет что-то себе. А с одеждой не только. Пойдем наш бренд посмотрим. Пойдем. Знаешь мужика? Да, да. Он, кстати, 20 лет носит Сиеви вот эту обувь. В России была выставка, приезжал на стенде, стоял, он фотографировался с людьми. Ага. И легко посал. Да, да. Все. Здесь целый отдел. Ты, кстати, в прошлый раз, когда был, у нас здесь была стенка. Ага. У нас ну, компания растет, мы берем офис, не влезаем. Сейчас мы подстелили стенку здесь. И тут, в общем, заехали во второй офис соседей. Сейчас вам старый магазин заедет, наверное. Скоро там, который, да, который экипировка, да. Смотри, здесь вот несколько образцов. Ну, то есть это не готово еще, это прототип, но это максимально близко к тому, что будет. Это уже ваше? Это уже наше, да. Это кольчуга. Да, это все бренды наши, тут навешаны все. Слушай, и материал прикольный же. Ну, смотри, мы взяли лучшие ткани европейские, которые есть. То есть, по сути, то, из чего делают ну, финны, датчане одежду, это там, испанские ткани, шотландские.
Мы взяли их же, но только разработки наши, производство, соответственно, в России. Вот этот сок, вот на подобие же у меня вот то, что я говорил, это вот Стокгольм, да? Очень похоже, кстати. Ну, это ткань, наверное, похоже. Да, да, да. То есть дизайн, ну, дизайн немножко другой, наверное. По дизайну мы стараемся ближе, наверное, к таким мировым тенденциям что-то делать. Ну, да. Размер маленький, правда, не мой. Вон куртка, софтшелл. Да, классно. Класс. Что думаете, подписчики, Александр? Да, пишите в комментариях, что вы думаете. И, возможно, что вы тоже хотите, допустим, какие-то новшества на спецодежде, там, карманов больше, где, какие. Вы тоже все пишите в комментариях. Глеб читает, смотрит и при разработке будет иметь в виду. Мы на самом деле давали же образцы нескольким ребятам, троечкам. Мы давали образцы прототипов, другие, правда. Что-то не носили, мы там созванивались, давали обратную связь. То есть нам прям реально важно, что вы думаете. Как карманы, как дизайн, как посадка. Вы в любое время можете писать в комментариях на YouTube-канале, в Инстаграме тоже ссылка будет. Да. Вот, поэтому... Как выглядит, Саша, что спрашиваешь? Надо смотреть, я думаю, вместе с брюками. Комплектом, да? Комплектом. Сейчас с брюками. Не буду шокировать. Это под карандаш? Да. Ага. Не буду твоих подписчиков шокировать, не буду брюки снимать. Ну классно, да, уже, конечно, это лучше, чем то, что я видел в других магазинах. Я думаю, да. Еще это не финал, то есть это еще прототипы, мы их еще дорабатываем. Вот такую я видел, вроде, да, вы раздавали? Да, вот эту мы давали, кстати, да, на тест. Да. Твоим коллегам, кстати, да. Да, да, да. Я уже видел в ролике, там уже один ходит таких. Брюки. Зима, кстати, да, будет зима. Это мембрана, мембранные ткани, очень непромокаемые. Утеплителя мы положили сюда так, с запасом, потому что, ну, скандинавы горячие парни, то есть там утеплители вообще немного не кладут. Ага. Мы положили тройной слой, в том числе под наш север какой-то жесткий. Но у нас погода более-менее с ними одинаковая. Питер, да, но у нас, видишь, очень много из регионов заказывают. Сибирь, север. Там, конечно, надо что-то прям конкретно такое теплое. Вот им, на самом деле, европейские спецодежды не очень подходят. А, эти, ну, полностью комбезы. Целиковые? Да. У нас летние есть. Ну и зимние тоже, да, желательно. Зимние будем делать, пока сделали летние, потому что часто надевают на зимнюю одежду просто комбез. Там сервисные механики, например. Они поработали, его скинули, чисто поехали домой. Ну, у нас, на самом деле, сейчас, наверное, модели 15 разработаны. То есть это там, ну, буквально 3 модели здесь висят. И будет полноценный каталог. Очень долго разработка идет. Ну, потому что хотим лучше, лучше, лучше сделать. Ну, производим образец, хотим еще лучше. Она будет. Странно. Ну, то есть в этом году будет 100%. Вот, мы сюда еще в октябре приедем. И... Я надеюсь, что будет зима кольчуги пошита и возьмете, сравните тоже. Да, да, и будем одеваться по-теплому. Так что вы все увидите. Так что так. Ладно, ребята, все. Пишите комментарии, вот, будут ссылки внизу на YouTube канал и на Instagram. На твой личный можно, да? Ну, можно и рабочий, рабочий магазин, да. Чтобы вы дали обратную связь. На самом деле, да, если, ну, реально мы смотрим комментарии, смотрим мнение, что важно по спецодежде. Проблема в том, что мало мнений, понимаешь, то есть... Есть такие комьюнити типа ваших закрытых, например, да, вроде как спецодежда всем важна, но мало ребят, как мы, которые на обсуждение эту тему выносят. Типа вот попробуйте, потестируйте и дайте обратную связь, что вам нравится, что нет. И приходится по крупицам все это выдергивать. Так что не стесняйтесь. Пишите, да, реально, пишите мне лично, Саше я читаю комментарии, пишите нам в Инстаграм. Поэтому будет все. И не стесняйтесь в выражениях, что круто, говорите круто, что, да, говно, что не нравится, говорите, да, да, что не нравится, да, говорите говно какое-то. Это не надо больше. Да. Не будем. Поэтому. Будут ребята делать для нас, для тех, кто занимается там, на крышах, может, там каменщики, кто там, ну, под любую специальность, профессию делают. Ребята хотят всем угодить и всем сделать нормальную спецодежду. Так что. Точно. Всем до встречи, всем пока.